За прошедший месяц Симферопольское водохранилище наполнилось почти на 3 миллиона кубометров воды. Об этом сегодня сообщили крымские ученые. Они ожидают, что весенние дожди и снеготаяние также помогут повысить уровень воды. Ранее сообщалось, что основные водохранилища Крыма из-за засушливой осени и начала зимы значительно обмелели и были заполнены всего на 30%. Ну, очевидно, что несколько метров ниже стало. Несколько метров, вот мы видим уровень уреза воды, вот в этой части уровень уреза воды, и мы видим, что намного ниже уровня воды сейчас находится. Но тем не менее вода прибывает, сейчас вода прибывает, это хорошая динамика. Всего же, по данным крымских ученых, запас воды в крымских водохранилищах к началу весны увеличился на 15 миллионов кубометров.